Встречались бы вы с низким парнем? Нет. Встречались бы вы с низким мужчиной? Нет. Встречались бы вы с низким парнем? I like tall guys. I don't care. Встречались бы вы с низким парнем? Да. То есть вы считаете, что рост не главное? А какие главные характеристики, по вашему мнению? Встречались ли бы вы с низким мужчиной? Я бы встречалась с низким парнем, если бы мне его мама заплатила 100 тысяч рублей. Встречались бы вы с низким парнем? Нет. Я логично. Еще вопрос. Кто должен платить в ресторане? Делить я счет? А если вы позвали парня или как-то обоюдно пришло желание? Ну, да, я опять же смотрю, как я пришла. Разделили бы вы счет с парнем? Нет, ни за что. А почему? Это все знают. Все знают и напишут в комментариях. Ну, в идеале, чтобы мужчина платил. А если он хочет показать то, что женщина сильная и независимая, он может полностью ей отдать. Но у нас это как-то не особо-то и принято. Ага. The best height. I don't know. It's not important, I think. I think it's about your preferences. As for me, I don't know. I can fall in love with a boy who is shorter than me, but for my taste, I'd rather date with someone who is higher than me. Встречались бы вы с низким парнем? Нет. Я думаю, что нет, потому что это крайне неудобно. Говорим мы. А если вы бы пошли в кафе, вы бы за себя сами заплатили или предпочитаете, чтобы парни платили за вас? Сама. Парень. It's a must to split the bill during the day, but now I think that a guy can pay for me and it's okay. So I changed my mind and maybe this point of view is better, it's for women. So, yeah. Встречались бы вы с низким парнем? Я бы не встречалась, мне некомфортно было бы, потому что я так сама небольшого роста, так вот такую пометочку 165 сантиметров. Мне комфортно, когда я люблю бухгалтеров, я очень люблю бухгалтеров, но сегодня, но бывает. И чтобы мой парень был выше меня, я так чувствую больше безопасности, но не будь зла, полюбишь козла. Встречались бы вы с низким мужчиной? Мне было бы очень некомфортно. А какой самый оптимальный рост для вас мужчины? В цифрах. 1.80 м. Угу. Вы бы заплатили за себя в ресторане или хотели бы, чтобы ваш молодой человек, ну или кто вас пригласил, заплатил за вас? Я не вижу ничего такого в том, чтобы счет был пополам. Или, например, если вы долго вместе, почему бы, например, в какой-то день заплатить девушкам за всех, а в какой-то день мужчинам. Ну, ничего там такого нет. Мне тоже нет проблем заплатить за себя, но потому что я не знаю, что я бы не платить. Я не платить мужчинам. Ну, это приятно, но также не видим ничего такого. Потому что каждый платил сам за себя. I think it's super okay that you split the bill with your boyfriend or your husband. For me, it's absolutely normal when you're both working and trying to separate your obligations. I think it's okay. Я бы предпочла, чтобы весь счет оплатил парень. Если это мой парень, значит, чтобы весь счет оплатил парень. Remember to subscribe to Gus on the Go.